Мы хотим, чтобы в нашей стране была справедливость. Справедливость означает, что тот, кто когда-то грабил нашу страну, принимал незаконные решения, крышевал различного рода схемы и все эти деньги вкладывал в различного рода финансовые проекты, он должен за это ответить. Начиная с победы Майдана, немедленно были приняты решения по аресту порядка 2 миллиардов долларов в ВГЗ, облигация государственного займа, на счетах украинских банков. Есть информация о том, что эти деньги принадлежат бывшим чиновникам режима Януковича. Там пестрый перечень фамилий из высших руководителей страны. На сегодня, без принятия этого закона, мы не можем взять эти деньги, конфисковать и использовать их для нужд обороны нашей страны, для нужд ее развития. После того, как будет принят этот закон, мы получим возможность через прозрачную процедуру, через суды, доказать, что эти деньги не являются законными и могут быть конфискованы в бюджет страны. Этот закон пополнит наш бюджет и позволит восстановить справедливость в нашей стране. Поэтому, уважаемые депутаты, я прошу поддержать этот закон. Он послужит тому, чтобы в нашей стране восстановилась закон и справедливость. Цей законопроект допоможе вернути в державний бюджет 50 мільярдів гривень. А я порахую, що це є 10% державного бюджету України. І це є 50% оборонного бюджету нашої держави. Але цих 50 мільярдів – це є незначна частина тих коштів, які вкрадені попереднім президентом і його командою. Закон ухвалено.